Так, всем привет, друзья! Продолжаем с парика. Я ливнул в прошлый раз на этом уровне, потому что у меня что-то подгорело. Потому что там, блин, там тяжело надо было. Вот сейчас я готов. Тихо, тихо. Где ты? Там было очень тяжеловато. Там вот эти вот соревнования, блин. Я не помню, с какой стороны они. Можем их в самом конце... Ой, тихо, краб, ты чё? В самом конце попробовать пройти. Сейчас возьмем неуязвимость. На. Так. А этого так не ударишь. Я хотел попытаться посмотреть. Ударишь его так или нет? Не получилось. Ты чё, ёпта, друг? Заблудился. Так. Значит-то. Тут я был, да? Пробуем. Капец, тут еще в этой жиже куча кристаллов. А назад можно? Вроде как можно. А, секунду. Блин, я запутался сейчас, секунду. Еще продлим немножко. Где выход? Что, я не вижу выхода? А, вот тут вот выход. Сейчас будет мне больно. Успел. А, ну тут я был, блин. Это ж как раз таки вот здесь. Так, ладно. Давайте тогда устроим эти соревнования с этими клоунами, блин. Они тяжелые, конечно, будут, но... Давайте постараемся их выиграть. О. Skateboard gangs challenged us to a race. They said you're slower than a molten crater fire slug. I stuck up for you though. Да, да, I давай. Told them I've seen давай. Some pretty fast, so are you ready? Да. Right on. Класс. Отличное начало, мне очень нравится. Чё, урод? Ну он меня подбил. Серьезно? А, красиво. Отстань. Класс. 6 из 6. Нормально. Надо попробовать тут все собрать, значит, пока. А, я не совсем понимаю, как правильно тут, блин. Недолет. Недолет.
Ладно, давайте постараемся собрать все эти кристаллики. А как долететь? Ну, кто-то владеет информацией. Класс. У меня типы по второму кругу сделали уже. Да. Ну, давайте попробуем. Недолет, сори. Давайте попробуем просто победить их. Вот просто выиграть попробуем. Ну куда, куда? Подожди меня. Вау. Так, надо трюки, трюки, трюки. Ух, он меня забустил. Могу ли я просто победить прямо сейчас? Давайте просто постараемся выиграть. Я не знаю, что произошло. Все? Еще? Да. 10 крабов надо. Стоп. 2. А сколько кругов? Я не знаю, где еще один краб. Краб где? Интересно, я не знаю где. А, я знаю где. Все, я знаю. Я вспомнил, вот здесь краб еще один. Ой-ой-ой, гони, 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 малыш. Мы должны вздуть этого кота. Балдежно? Лед, слава богу. Как вот здесь заспавниться? Никак? Не, никак. Проблемка. Я проиграл.
Еще нет. Есть. Все. Прости, дружок, мне надо там зеленую монетку достать. Так я ж... А что такое? Я типа достал ее? Внимательно смотрим, вроде ничего не забыли. Вот, вот один. И вот я увидел. Блин, надеюсь, я все забрал. Издевайте, как мне выйти? Так, смотрим. Еще 3 яйца в этом левеле есть. 3, представляете? Кошмар. Как быстро попасть туда, на корабли? Вот так. Так, во-первых, надо... Я не... все, я понял. По времени не успеваю. Тут надо на чуть-чуть нырнуть и сюда уже выныривать. Так, где? Ой, я запутался. Вот. Я не понимаю. В теории как-то туда можно залезть, да? Будем пробовать, я не знаю.
Так. Как? Как? Долететь? Должен взять защиту и долететь. Да, я понял. Че я такое реально не понял сразу? А потом как понял? И откуда это долететь можно? А вот отсюда. Так. Ну, понятно. Что ты из себя представляешь? Да. А защита мне не надо? Серьезно? А, это потом я тут плавать буду, да? Сейчас. Порядок. Лови. Оп. Чё еще дашь? Да. Давай еще. Да. Еще. Еще попадись. Я слежу за тобой. Ща. На. Вообще из виду терять нельзя. Есть. Стоять. На. Где, видит кто? Ладно. Вот, надо мной. На. Еще одно яйцо. А дальше что? Все?
Еще где-то нам. Класс. Ищем. Подводный мир. Что может быть лучше? Ой-ой-ой, я забыл, что тут просто ж не поплаваешь, блин. Тем и тяжелее. Капец. Да уже, блин. Я сюда выпал, да? Нет. Ну тут ничего нет. Ладно. Ну, повыше. Чё? Времени не так много. Прикиньте, ограничено времени. Так, вон лежит. Вон лежит. Блин. Мне надо продлевать, а потом идти. Капец. Да, плохо дело. Что тут наверху? Ай, быстро, быстро, быстро. Ух. Тут реально ничего. Все, я не знаю, где еще. Реально не знаю. Эпик. Чё, пись, сколько, 45 яиц, ой, этих кристалликов. Да уж. Можно ли на лодке поплавать или все же? Да уж, не знаю, короче, тяжелый очень уровень. Капец. Окей, где еще есть этот кисель, в котором можно поплавать? Сейчас попробуем. Нет, я тут бегаю, прикиньте. Нельзя плавать.
Тут тоже нельзя плавать. Окей. Тогда мы делаем что? Правильно. На раз, два, три такая. Сейчас мы смотрим. Swim throws acid. Окей, раз, два, три. Так, хлоп. Так, значит, пробуем. Не сюда, блин. Куда же? Секунду. Заново. Так. И яйца есть, но не все кристалликсы есть. Да, как будто я тут не был. Все? Серьезно? Да вы. Он не хочет вылазить. Он... Кошмар. Я все выполнил, но он не захотел вылазить. Так, 100% level complete. Значит, что делаем? Выходим с этого левела. Наконец-то мы его добили. Кошмар. Вот это он долгий. Это, блин, один из самых тяжелых левелов, которые я вообще играл. Spyro, если честно. 100%? 100%. Капец, реально тяжело. Все, return home отсюда. Ух, забыли, как страшный сон. Да, здравствуйте. Так, смотрите вот сюда. Вот. Классно? Интересно, правда? Это все невнимательность. Стоби. Где 10? Где 10 еще? Вот где 10, скажите. Опять невнимательность. Вот в этом уровне я где-то потерял 10. Где? Пять вижу. И вон 5. Хорошо. Все, и этот уровень прошли. Неплохо. Так, пиратский корабль Lost Fleet пройден. У нас что? Там левел? Free Work Factory. Go Free Work Factory. Музыка тут классная. На, ну это моя подруга, да? Со второй части. Привет. Так. Секунду. Куда его сдул? Ниндзя. Как с ними бороться, интересно? Никак? А, то есть они бесконечны? Не понимаю, честно. Ну, видимо, они как-то бесконечны, что ли. Шестьсот, капец, 600. Внимательно смотрим. Ну
с этого падают эти монетки. Блин. Все-таки. Норм. Почему из тех вначале я их убить не могу? А? И с них ничего не падает. Эта игра меня реально заставляет туда лететь? Да? Нудлес, здравствуй. Так. Странно, с тех не падали кристаллики. Прикольно, блин. Туда я долетаю просто так? Да? И тут они больше не спавнятся, а тут спавнятся. Интересно. Странно, а чё? Ну ладно. А, они типа меня преследуют? Окей. Тун. Ту-ру-ру. Не, я так не смогу. Класс. Ну так смогу. Как всегда, тест на внимательность. Все, допрыгали с клоуном. Еще один. А, блин. Тун-тун-тун-тун-тун. Может, столкнуть надо, я не знаю. А, блин. Капец. Я понял. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун.
теперь понял. Сейчас, подожди. Смотрим, что тут есть. 240. Яиц вообще нема. Успокойся. Нервный какой-то ты сегодня. Так, ничего тут не видим. Пойдем сюда. Привет. Как я должен... Как мне с них кристаллы получить? Я смогу вернуться? Успокойтесь. Это даже не смешно, парни. Вопросы? На, смогу. На. Так, мне надо вернуться за теми клоунами. Два раза. Секунду и еще разок. Ничего, это того стоит. Ту-ру-рум. 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 Так, все залутано. Привет. Все? Серьезно? Привет. Отлично. Сейчас еще запущу у него ракетку. Сюда иди, дружище. А, я не буду запускать. Они застрелили друг друга, серьезно. Вот овощи. Все? Все? Слабаки, реально слабаки. Ну, я тогда пошел. Молодец. Эй, яйцо, яйцо, яйцо. А, мне надо какая-то обезьяна, блин. Так, спасибо за яичко. Хорошо. Так, этот левел я на 100 не пройду. По классике мне нужен next герой. А, так.
тут мне кто нужен? Никто. О. Капец. А где синий? Где они вообще? Хоть времени нет, можно кристаллики пособирать. А вы меня стреляете все-таки, я себе. Хватит меня кошмарить. А, они хилятся, вау. Обалдеть, блин. Куда ты тут летишь, дружище? Блин, это реально тяжело. Надо хотя бы одного порешать. Хотя бы, я не знаю. А что с ними делать-то? Где он делся? А синий где? А скорость нормально у них увеличена? Капец. Капец, реально. Вот
эта игра реально хард. Мне надо убить хотя бы одного. В идеале синего. Так где он девается-то? Это вот надо убить. Где синий? Где синий? А вон он. Где он делся? Нырнул. Где он? Так. Сейчас сюда полетит. Где он делся? Это нечестно. Я не вижу, короче, синего. Он восстанавливается. А вон он. Один есть. Так, синий есть. Окей, синего порешали. Один выстрел. Есть. Все. Пипец. Что тут нету кристалла? Вроде нету. Вроде не вижу реально. Так.
А это куда? Тут вообще ничего нет. Тут надо какая-то мартышка со следующего левела. Это вроде все уже. You're doomed. Тут бесконечно и без хп. Все, стали конечными. А где я его взял только что? Да, тут все, наверное. 100% надо мартышку. Как я мог это пропустить, объясните мне. Где яичко может быть скрыто? Кто-нибудь знает? Я, например, нет. Интересно. Парам-бам. 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 Ту-ру-тун. Ладно, го тогда return home. Да, потому что я не вижу. Вообще надо запомнить, что обезьяну еще надо. Вот клоун. Так, обезьяна надо firework. Окей. Firework еще вернемся. Так, тут мы были. Frozen Altars. Go. Welcome to Frozen Altars, Spyro. Приветик. Блин, как же много надо собирать теперь их. Каждый уровень. Ок. Выжих.
так сказать, их. Подгорел? Нет? А, у меня тут морозное дыхание. Костер можно разбивать, и смысл от этого. Понял. Да могу ли я туда долететь? Не, не могу. Как мне сюда долететь? Секунду. А может, можно оттуда? Да не, 100% нет. Буду это позже, наверное, можно будет. What you need to reach that treasure. Now, how are we? Тут и эти надо. Тут просто слона можно. Миллиардер.
Самое начало. Открывай. И чё мы тут? О, хоккей. Го. Это ко мне надо или что? Тут в чем победа-то? Здесь я правильно играю. Так. Well done. Еще? Походу тут больше ничего нет. Чисто яйцо за 800. Что, мобы не спавнятся, блин? Давай побоксируем. Давай, давай, давай. Дружище. Еще? Как блок делать? Блин, я не знаю, как блок делать. Блин, а как блок сделать?
Да, он походу выиграл, да? Как бить вниз? Как он бьет вниз? Как он вниз бьет? Как? Ублюдки. Как он бил вниз? А, все, пробил. То есть... Only two more rounds to go. You're doing great. Да-да. Да почему я не могу победить его реально? Сейчас буду жестко комбинить, ублюдок. Прессуем лицо, как только он закрывается, бьем пах. Лицо прессуем, пах, лицо, пах, лицо, лицо, пах, лицо, лицо, пах. На, кусок. Ублюдок. Яйцо сюда мне. Быстро. Отлично. Фух. Навалял я ему знатно. Что, два яйца надо? Ну как теперь? Типа, заново левел начинать? А. О, красота. На.
Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Оп. Цецил. Цецил. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Оп, красиво, красиво. Вон еще одно яйцо. Надо думать, как его взять. Если оно вот здесь, блин. Чё оно стучит тут? Вот тут прям. Странно. Так, яйцо вон там находится. А, одну секунду. Джаспер. Что за странный звук? Нет, тут точно не пройти. Наверное, зависло, кто-то бежит. Так, ну чё, где ещё? Серьёзно? Он просто там лежит, и я не видел. Чё тут можно выпалить? Это просто было развлечение, да? Возможно, там, где хоккей, что-то есть. Я сомневаюсь. Блин, непонятно. Тут можно... Нет. А, лол, что? Серьезно? О. 100% level complete. Боже, как мы хорошо постарались, реально. Молодцы. Молодцы, ты мало, молодцы, молодцы мы. Опа, босс, что ли? Да он же тебя любит. I thought you might be hungry. Thanks. Did you bring any chips? I'm sorry this happened, but I tried to warn you. I had to help Spyro rescue the eggs. You just don't understand.
If we don't bring dragons back to this world soon, all our magic will be lost. The dragons used to live here? Yes, this was their original home. But a long, long time ago, the sorceress banished them to the other side of the world. She didn't realize the dragons were the source of all our magic. Maybe I could convince the dragons to come back, if you let me go. I'm sorry. Открывай. I can't. Ну что ты за трусиха, а? Так, что, 100% level complete and... Все, моя братва тут. А я что, все левлы прошел? Стоп, это все, что были здесь? Нет, это не все. Секунду, посмотрим, что нам еще надо. Вот этот я еще не проходил, да? Chambet Reach. Ладно, друзья, в следующей части уже пройдем его. Ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкусики. Ждите следующих частей. Будем проходить с Парусика. Покидусики.